Вы смотрите отзыв об отеле Atrium Prestige Thalassa Spa Resort & Villas. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Татьяна 374, который был в нем в 2015 году. Полетели на недельку отдохнуть всей семьей в Грецию. На Родосе были впервые, вначале немного переживала, как все пройдет. Вроде как кризис все больше набирает обороты, в Греции волнения, и так далее. Но наши переживания не подтвердились, прилетев на Родос, поняли, что все спокойно и тихо, чудесная страна и чудесный остров. Отель Atrium Prestige располагается очень далеко от аэропорта. Обязательно берите индивидуальный трансфер, чем мы тоже в свою очередь воспользовались, через час были на месте. Вокруг отеля место очень печальное, выжженное поле, пустырь кругом и на расстоянии 10 километров. Ничего нет, да и сам отель снаружи не выглядит очень шикарно. Отделка внутри без шика и лоска, но все же чисто как-то уютно и приятно, на разные мелочи не обращаем внимания. Цель, которую мы хотели получить от отдыха в этом отеле, это спокойный отдых и полный релакс, и мы это получили. Кому нужен активный отдых, анимация, дискотеки, то выбирайте другой отель, ближе к городу Родос. Номер нам достался 2046 градусов видом на море, большая открытая терраса с лежаками, напротив маленькая белая церквушка и небольшой бассейн, очень красиво. Номер достаточно большой, две комнаты разделяются большой ванной, хорошая косметика, ручная роспись на потолке, красивая подсветка, комфортная и удобная постель, подушки пуховые и мягкие, для меня это очень важный момент, белье меняли каждый день, присутствовала также подготовка номера ко сну. С уборкой никаких нареканий не возникло. Мини-бар также каждый день обновляли, вода и напитки платные, чай и кофе бесплатно. Можно купить воду и другие косметические принадлежности, если вдруг вы что-то забыли, в мини-маркете, который располагается на территории отеля. Пляж и море необычайно чистые, море теплое и прозрачное, недалеко от берега на глубине есть каменные отложения, на которые можно встать и передохнуть, можно поплавать там с маской, с возможностью увидеть некоторых обитателей моря. Ребенок с очком ловил рыбок и как-то с ребятами поймали осьминожку и каракатицу. Очень было забавно смотреть на детей, как они радуются своим уловам. Территория отеля достаточно зеленая, интересный дизайн. Конечно, не нужно сравнивать с Турцией, потому что в греческих отелях своя изюминка. Сам отель находится на возвышенности, и вам придется много спускаться или подниматься, пешком, на лифтах. Питание брали полный пансион и ни разу не пожалели об этом. Считаю, в отеле кушать безопасно и комфортно, да и намного вкуснее, чем в местных тавернах, несколько раз кушали на улице, пришли к выводу, что лучше обедать в отеле. Напитки за обедом и ужином платные, средний чек 10-20 евро на троих без спиртного. Опять же, если сравнивать с Турцией, не ждите большого ассортимента на шведском столе, все представленные блюда можно обойти за минуту. Но все очень вкусное и свежее, я бы сказала, по-домашнему. Много мяса и рыбы, на завтрак свежевыжатый сок и шампанское, семга, утка по-пекински, запеченные овощи с сыром. Особенно понравилось, что за ужином всегда было блюдо дня – это десерт, красиво оформленный на отдельных тарелках. Можно добавить к нему несколько шариков мороженого. Помимо этого, хочу отметить высокий сервис обслуживания в ресторане. Девочки-официанты большие умнички. А встречают всех гостей на входе в ресторан чудесная девушка Анна, прекрасный и приятный человечек, большой профессионал своего дела, остались самые теплые впечатления. От отеля в 10 часов утра ходит бесплатный автобус до Красониса. Оттуда, по-моему, забирают в 19 часов обратно в отель, обязательно заранее нужно записаться на ресепшн. Также с заездом в отель курсирует автобус, который делает остановки в городе Линдос и на Красонисе, расписание можно найти на ресепшн. Цена около 2,4 евро с человека, если не ошибаюсь. Одно небольшое замечание по отелю, это очень слабый сигнал Wi-Fi, ловит в номере, но с большими перебоями, страницу открывает по несколько минут. Отель очень рекомендую тем, кто хочет тишины и кому просто необходимо порой отдохнуть от городской суеты. Хотелось бы поблагодарить всех сотрудников отеля за прекрасный отдых. Большое спасибо за наш замечательный отпуск. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.